Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х5 под стекло. Такой у нас фундамент бетонный. Все, пока разгружаемся и приступаем к сборке. Сейчас теплицы установили, зафиксировали, все выровняли. Подготовили к покрытию стен, накрутили профиля. Сейчас кроем стены и затем будем готовить крышу. Так, у нас второй день постройки теплицы Легенда 3х5. Осталось немножко подготовить крышу, и мы ее покроем. Затем будем заниматься торцами. Подходит у нас к концу строительство стеклянной теплицы. Теплица у нас покрыта. Сейчас идет отделка декоративная, установка переливов. Параллельно делается стен подвязки. Только что закончили форточные блоки. Еще немножко, и теплица будет готова. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х5 под стекло. Идем смотреть дверь алюминиевого стенного торца, левая, дальний торец глухой, каркас сделан с профильной трубы 40 на 40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Есть у нас два форточных блока на термоприводах, есть у нас система подвязки, 4 нитки, есть у нас диагональные усилители. Все у нас стоит на бетоне, закреплено с помощью анкеров. По низу пущен такой декоративный отлив в размер фундамента. Стекло здесь 4 мм. Крепится к каркасу с помощью профиля системы база крышка. Вот такая вот отличная, очень красивая, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.